Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Здравствуйте! С прогнозом погоды на телеканале «Магия кухни» Марьям Байсакалова. В конце выпуска я расскажу вам о полезных свойствах меда. Но сначала о погоде на 2 октября. В прибрежном Актау малооблачно. Днем плюс 19-21, ночью 14-16 градусов тепла. Скорость ветра 15 метров в секунду. В Актобе будет солнечно. Днем воздух прогреется до 14-16 градусов выше нуля, ночью плюс 3, плюс 5. В Атырау синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура днем 18-20 градусов выше нуля, ночью плюс 11-13. В прекрасном городе Байконур ясно. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов, ночью 7-9 тепла. На побережье озера Балхаш в курортном городе малооблачно. Днем плюс 12, плюс 14 градусов, ночью 4-6 градусов выше нуля. Остальные показатели в норме. В городе Жезказган переменная облачность. Температура воздуха днем 13-15 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров покажут 6-8 тепла. В дружелюбной Караганде 2 октября будет пасмурно. Днем плюс 6, плюс 8, ночью 3-5 градусов тепла. В городе Кокшетау будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Днем 7-9 градусов выше нуля, ночью плюс 1, плюс 3. Выходя из дома, не забудьте взять зонт. В Костанае малооблачно, температура воздуха днем 10-12 выше нуля, ночью плюс 1, плюс 3, относительная влажность 70%, другие показатели в норме. Жителей Кызылорды ждет ясная солнечная погода, днем термометры поднимутся до 16-18 градусов со знаком плюс, ночью 6-8 тепла. В Павлодаре среда будет пасмурной, ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 7-9 градусов, ночью столбики термометров покажут 4-6 тепла. В Петропавловске будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 8, ночью 1-3 градуса выше нуля. В прибрежном городе Семеи пасмурно. Столбики термометров днем покажут плюс 8-10, ночью 4-6 выше нуля. В городе Талдыкорган переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 10, плюс 12 градусов, ночью 7-9 тепла. Остальные показатели в норме. В древнем городе Тарас ясно. Воздух днем прогреется до 15-17 градусов, ночью плюс 5, плюс 7. В городе Темиртау будет пасмурно. Днем плюс 6-8 градусов, ночью 3-5 выше нуля. В Туркестане ожидается солнечная погода. Днем 17-19 тепла, а ночью температура воздуха составит плюс 8, плюс 10. Все показатели в норме. Жителей Уральска ожидает облачное небо. Температура воздуха днем плюс 18-20, ночью столбики термометров покажут 7-9 градусов выше нуля. В Усть-Каменогорске будет пасмурно, небольшой дождь. Днем плюс 8-10, ночью 1-3 выше нуля. В красивом Шымкенте ожидается ясная погода. Днем плюс 17-19, ночью 7-9 градусов выше нуля. В шахтерском центре городе Экибастуз по прогнозам синоптиков пасмурно. Днем плюс 8, плюс 10 градусов, ночью 3-5 выше нуля. В городе Киношников Алма-Ате переменная облачность, небольшой дождь.
Днем температура воздуха прогреется до 16-18 градусов, ночью 11-13 выше нуля. Умеренная буря, будьте осторожнее. В столице Нур-Султан 2 октября будет пасмурно. Днем воздух прогреется до 80 градусов, ночью 1-3 выше нуля. Остальные показатели в норме. Чувствовать себя бодрым в любую погоду и время суток вам поможет очень полезная сладость. Главное полезное свойство меда – его антибактериальное, противогрибковое и антивирусное действие. В нем также много железа и меди, поэтому его используют при лечении анемии и для нормализации уровня гемоглобина в крови. Медом лечат кашель, особенно детский, добавляя его в молоко или теплую воду. Мед повышает энергетический уровень и жизненный тонус, помогает от усталости, благотворно влияет на эмоциональное состояние при упадке сил и депрессиях. Также улучшает сон. Приятно провести холодный осенний вечер в кинотеатре. С 27 сентября вы можете посмотреть со своими родными и близкими фильм «Осакская царица Тамирис» режиссера Акана Сатаева. Прогноз погоды для вас провела выпускница Казахстанской медиа-академии Мариям Байсакалова. Будьте здоровы и оберегайте близких. В год молодежи Казахстанская медиа-академия открывает новый телеканал и приглашает тебя на концерт-презентацию 6 октября в 13:00 Алматы, ТРЦ «Кокжиек». Нас поздравляют Академия творческого развития «Элика», группа «Дервиши», Айжан Нурмагомбетова, Маргарита Туманян, Талкын Забирова, Анель Аринова, группа «Шамис», Кентал, Марина Бардо, Эльгиза Каражанова. 6 октября в 13:00 Алматы, ТРЦ «Кокжиек». Жарко или холодно, солнечно или пасмурно, дождь, снег или град. Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».